Еще один скорости. Очень спорный эпизод. Если не сказать ошибка арбитра. Но Спартак вновь в атаке. Теперь уже залуешь пяткой. Какая передача! Квинси в дальний угол. Гол! Гол 3-0! Да! Вот это красота! То, что сделал Залуиш сегодня, все мячи Спартака, это просто иконостас. И причем, я бы сказал, что во все гола Спартака сегодня передачи вызывают даже больше эмоций, чем удары. Хотя и все удары были хороши. И ведь он делает передачу пяткой в пустую штрафную. Там не может быть офсайда, потому что сам он уже далеко впереди. Там все понятно ему и непонятно защитнику. Фантастика. Ну и дальше все-таки исполнение Промеса, да, уходит он от защитника, который его в итоге нагнал. И очень четко, на точность бьет в дальний угол ворот, не оставляя шансов Антону Шунину. 3-0 в пользу Спартака, но какой футбол мы с вами сегодня смотрим, потому что был вариант, при котором Спартак мог повести 3-0 еще минут 20 назад. И после этого тоже вышли, не забили. И, ну что сделало Динамо после этого? Оно могло выигрывать 3-2. Да, ведь матч подобный в классическом московском дерби был не так давно, пару лет назад, когда Динамо вело